нигде его не трогай, никуда. Пошла. Копье. Давай. Это самое настоящее. Итак, первый день экспедиции. Нервы у всех на пределе. Уже пахнет дракой. Те, кто собрался, уже все на нервах. Все уже на дороге стоят. На них все орут. Скорый выезд. Сергей уже на всех орет. Все, говори, давай. Вообще, сегодняшняя поездка будет очень насыщенная, сочная, яркая, интересная. Я думаю, что Николай сегодня покажет пару кульбитов и две сломанные ноги. И два сломанных зуба. И заметьте, Владимир, никакого алкоголя. Да, вообще нет, мы не пьем, мы не матом, не ругаемся, не пьем в этот раз. Что делаем? Делаем заезды, нам в дорогу. Поехали мы. Один, а вас много. У меня на вас много. Ай, какой глушитель у него теперь. Ну газони, Сань, газони чуть-чуть, газони. Пошла погрузка второй фуры. Одну загрузили успешно, сейчас ребята грузят вторую. Где они? Ты втираешь мне какую-то дичь. Скажите, вот вы первый раз в экспедиции. Ребята, покупайте такую технику. Мы все очень разные, но нас объединяет одно. И это очень хорошее ощущение, незабываемое. Но самое главное, БРП рулит. Да, ну и извечный вопрос. БРП или Ямаха? Квадроцикл. Я думаю, экспедиция. Самое главное, квадроцикл. Неважно, какая марка. БРП, Ямаха, ЦФ, МФФ. Главное, чтобы человек был хороший. Скажите, а одну поездку у вас был один из слоганов. Он звучал так. Хотели пати? Нате, двате. Сколько фур вы загрузили? Три. Три фуры квадроциклов? Да. Одна пустая есть со шмотком. Это вот организационная команда. И сейчас нас забрасывает к месту высадки. Убирай ноги! Очень сильная разгрузка. А вот вы по прошествии этой экспедиции еще поедете с ребятами? С удовольствием. Вам понравилось? Самый первый. Да. Скажите, а речки были? Речки были. Там милиция, кажется, подошла. Да. Милиция. Молодые люди. Бомжарика, лесника выловили. А разрешение есть у вас? Мы квадроцикл охраняем. Все-таки много миллионов. Желаем всем удачи в экспедиции. Резины. Как его еще называют? Грязи это мы желаем. Как мы желаем не попадаться вам нам на дороге. Мастерство, вот оно что. Охраняем квадроциклы. И самое главное. Товарищ охранник, а не пора ли вам патрончиков наложить? Камню-то кидаю, братан. Короче, у одного уже нет передач. Вась, давай, садись, ты тоже стой. Колеса так, нормально. Все супер. Ямаха рулит. Верпи.
смотри, мы остановились, вот смотри, вывеска Кулебаки, вот не Кулебаки, а Кулебакский район. Ага, и мы сразу уехали вот сюда, здесь на встали на реке, да-да-да. Я типа этой, видишь, вот направо идете, за высоковольтной линией. Ага. И проедете, и поедете направо. А может на листочек тогда нарисуем? Давай на листок. А у тебя есть? Нету, я сейчас найду. Ну, вон спросим у кого-нибудь у местного. Братва, это народная карта, по которой мы пойдем. Чего? По... А, ты хочешь это туда? Ну, целая она, да? Да. Как раз пытал. Буду как чемодан дымить. Ну, вообще даже ничего не заметишь. Калюня! Коль, сегодня же дня у тебя, короче, погоняло. Коля котелок. Да пошли. Котелок, братан. Да, да, да. Самого главного везут, что ли? Самого главного. Теперь главшпан Союза. Короче, едет. Самого главного, у кого вчера квадроцикл чуть-чуть на бок встал, да. Но мы быстро подняли пластмассу. Подстегнули. Вот, вот. Да, ты смотри, вот этот, который пальцем машет. Здесь вот она, элита. Элита приезжает. Вы куда собрались? А тут все позагорать приехали. Солнце. На самом деле, больше, это не БВП-шная канистра, это китайская CF-мото канистра, но... Не ругайся матом, нас снимают. Что произошло? Вот. Комар ужалил канистру, и она начала протекать. Но у нас есть. Давай заклеивай. Так. Вот. Сейчас к вам придет привидение, поэтому вы уж его это примите как следует. Хорошо. Может, так, ну что, вот... посмотрим, что там. Здравствуйте. Помощь нужна. Еще ничего заклеивал. Да. Я заклеил скотчем. Заклеил скотчем. Китайскую канистру CF-мото. Ну все вроде нормально. Посмотрим, насколько хватит этого скотча. Течь. Все, собираемся, Дмитрий. С командой, что в 10 часов, скажи, в 10 часов уезжаем. Орлы! В 10 старт! Скажите, как вас зовут? Вот вы хрупкая девушка. Зачем вы поехали в эту экстремальную экспедицию, в составе которой едут и уголовники, и деятели культуры, и директора крупных производств, и просто окрасчики, которые красят в своих маленьких гаражах машинки? Вы-то что хотите там увидеть? Решила сделать себе чердак.
Могу ли я прожить несколько дней в Азии? Только и всего? Ну и, конечно же, поступок. Вот мы уже четвертые сутки в пути. Вы директор небольшого предприятия. Рыбного. Рыбного предприятия. Вы разводите малька. Малька стерляди, правильно? Когда у нас обед будет? Директор рыбзавода, Я думаю, день как через три будет. Кто? Обед. Мы четыре дня уже в пути. Нам еще приехать. Ну и где-то. Обед не будет, только пьем. Наш друг порвал шрус. Пыльник. Пыльник. Загнул защиту. И мы теперь надо, чтобы все погубаторить, рассудить, как что к чему. Сначала выпьем, а потом будем заматывать изоленты, шмента. Как в детстве? Рулишь, что ли? Едешь? Это давай ему навязывают. Сань, Аленца навязывает. Стой, ребят, подожди. Сань, да? Ты следишь вот за этими двумя. Скотч надо, а не за лент. Вот он. Давай скотч, без разницы. Есть, сейчас все в шрус намотает, все это скотч, пленку, блядь. Да, и пальцы еще твои. Стоп, ничего не делаем. Сергей, не жалей. Не жалей скотча. Потом устанешь срезать. Александр, теперь у вас новый шрус, пыльник. Я доволен. Красиво, вообще прям. Ты посмотри, как он работает. Смотри, как работает он, да? Чудо. У меня так же, кстати. На самом деле семейные разборки. Мы вдруг два мужчины поспорили за женщину. И тут вдруг оказывается, что женщина одна и та же. Рыба есть. Что вы делаете? Сергей, мы пытаемся собрать палатку, которую в жизни первый раз видим вообще. Все такое вообще просто. Нет, у меня все просто, я вон там уже все расположился, у меня даже спальник уже надувается. У тебя спальник надувается, у тебя палатка расставляется, а у него чего? Ну все в жизни хорошо произошло. Тихо. Он что-то говорит. Говорит. Говорит, да?
Что случилось? Ой, что случилось? А? Ой, бабоньки, что случилось? Что случилось? А я ему три раза говорю, стой, я думал, там мусор лежит у нее. Давайте выпьем за нашего брата Толяна, нашего квадроциклиста, то, что у него родился третий ребенок, дочь. Третья дочь, то есть у него вторая дочь, один сын. Вот давайте поднимем тост, чтобы его дети были здоровы, мамка, которая родила, чтобы у него все было хорошо. Давайте выпьем за это. Охеренно! Ура! Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень. Пробыл до утра! Не ори, а пой! Андрей, что у тебя случилось, Андрей? Да что ты сломалось там? Пустяки! Говорят, шаровая выпрыгнула. Выпрыгнул, да, починим, наверное. Нашли ее? Вторую-то? Да. Она пути за мной шла по дороге. Прыгал дальше за тобой. Давай, на оптику. Хозяин нет второго. Я видел это, я видел. Держи. Ты ее поймал, Ром. Вон там пресс. Вошла? Стой, стой, подожди, стой, стой, стой. Не зашла? Нет. Смотри, сцена блок амортизатор тоже сломан. И пыльник тебе еще надо новый опять ставить. Что там? Одному поставить еще тебе надо. А, блядь. Нормально, Вова терпит. Одно меня что-то посмотрел, так на меня так посмотрел. Девчонки, блядь. Как будто я ему ударил. Смотрите, японцы приехали, технологии внимания. Какие кадры, а, Серег, вот это кадры. Деревянная подвеска. Братан. Да ладно, опять ставим хуй. А вот и доктор. Легким движением руки ящик открывается. О. Ящик Пандоры. Это для меня. Братан. Ага. Эта смазка тоже для кого-то. И главный ключ на 17. Которого нет ни в одном. Ни у кого нет. Внимай, брат. Вы как... Я как представитель. Вы как губернатор. Да, совершенно верно. Совершенно правильно вы подметили. Я совершенно здесь ставлю точку в этом разговоре. Экспедиция, конкретная экспедиция без поломок не может быть. Марта за ноябрьскую месяц. Отработали вы когда? Депутат. А, который нашел его. Чёрность. А, потому что не плачет. Постоянно обманывал. Думаете, поможет? Вот со мной едут три таких чувака. Три. Я вообще из деревни приехал. Вот со мной едут три таких чувака. Вот ты четвертый. Вот они, с той стороны, посмотри. Опа. На них. Хорошо, мои. Ну-ка, погоди-ка. А, Рома. Васька, Васька, Вась, здорово. Вася, Рома и Рома, вот они. Ты будешь в Ютубе! Сворачивай. Прямо едешь и просишь, вот так вот просит, по просьбе не езжай, а влево дорога. Угу. И все. Thank you.
Владимир, а вы зачем их сюда привели? Дорога у нас ведет прямо. Вы сами понимаете, мы цены нормальные, мы не можем свернуть, когда есть дорога только прямо. Мне кажется, что все застряли, все. Не-не-не-не, вот смотри, пацаны, на заднем приводе пытаются отъехать, на заднем приводе. Дефочка стоит. Эй, включи полный привод. У него не работает полный привод. Это лишние функции у ЦМ. Ну, сегодня победил Сергей. Он проехал всех дальше. Кайфуем! А мы сегодня кайфуем! Вы специально сюда заехали? Ну да, я хотел проверить. Проверил? Проверил. Давай. Вот так то он в БРП. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не падай, потеряй, не ждай. Вот это приключение. Реально, реальная такая тема. Один сложнейший этап — это водные преграды, какой-то ручей непонятный. В прошлом году вы могли видеть, здесь утонул трактор. В этом году пока еще никто не утонул, переправилось два квадроцикла. И вот команда квадроциклистов готовится к штурмованию водной преграды. Привязываем канистры, камеры, раздеваемся практически до трусов. Ну и, конечно, еще сзади привязали пустые бутылки. К чему это приведет, сейчас мы увидим. Стоп! Не спеши! Стоп, пусти его, не трогай, никуда! Вот смотри, что случилось. Так, это перевернулось. Остальные что, он плывет или на земле стоит? Давай чуть вперед. Женек, давай посмотрим на воде, что с ним будет на воде. Он плывет или нет? Давай. Не спеши. Еще. Вот сюда, на гору. Правый стань у меня сейчас.
наша экспедиция наконец-то куда-то добралась, а это у нас провал. У нас сейчас попозже будет банька, и я думаю, все будет супер. Какая следующая точка? Баня. Самое главное — баня. Остальное все без разницы. Наша экспедиция достигла одной контрольной точки, она называется Карстовый провал. Сергей, ваше впечатление от увиденного? Я в шоке. Я такого еще не видел. Давай, мне нужны твои эмоции. Ты молчи. Где здесь высота? Ну, я говорю, 30 метров. Наверное, ошибаюсь, 20 метров. Кто потерял, да? Да, непонятно. Я как мусоровоз, еду собираю за всеми. Сергей Владимирович, когда мы доберемся до бани? Через 7 километров нас будет встречать команда лодочников-байдарочников-весельников. Они обещали нам баню натопленную, но даже если она будет совершенно холодной, мы все равно там намоемся. Самое главное, мы передаем приветы всем тем, которые сегодня от нас уехали и не увидели всей этой красоты. Ребята, посмотрите, до чего мы добрались. Сергей, забыл сказать. Что? Привет, YouTube! Привет, все наши подписчики! Свет, самое страшное, что в любой момент даже вот этот участок, на котором мы стоим, может обвалиться. Ну, значит, судьба у нас такая же. Да. Поплаваем. Кузнецов сказал, Кузнецов, на два колеса. Чего мне ты... нужно электричество. Да, стой. Так. Пойдем в квадру. Так, где аккумулятор? Давай, все, ну-ка, пошел. Дима, тебя сразил индеец. Ты нашел майонез? Сгущенка. Что это? Сгущенка? Это моя. Копье. Давай. Это самое настоящее давай. Копье. Брат, я не могу долго молотить. Вытаскивай медь в какую-то сторону. Давай, братан. Здравствуй, дорогой. Мы встретились. Экспедиция жива, сухопутная, морская. Да, все круто. Пойдем смотреть баню, все. Пошли баню смотреть. Блин, да шикарно. Пойдем. Смотри. Баня. Возможно, я слегка помят, я не вижу сейчас своего лица. Но хочу сказать, что экспедиция состоялась. Мы стартанули из населенного пункта Гремячего Кулебакского района, прошли сквозь все леса железнодорожную ветку, соединяющую, наверное, больше уральскую часть России с городом Москвой. А далее мы вышли в населенном пункте Елизарово, Мухтолово. И сейчас по завершению... А также посетили Карстовый провал. И сейчас по завершению этого замечательного путешествия, экспедиции, мы будем принимать ванны. То есть самая речка Сережи с ледяной водой. И будем окружены вниманием и заботой горячего русского пара на можжевельниковых вениках с настойками боярышника, с настойками брусники. Сергей из Богородска нам много разных штучек привез с собой. Он мастер банных дел, вот он сейчас вам все это и расскажет. Баня – это таинство изначально. Баня только русская бывает, больше других бань никаких не бывает. А то есть заблуждение там. Финская. Финская, она суховатая. Я был в Финляндии, мылся в финской бане. Это не то. Русская баня – это русская баня. С парилкой, а еще по-черному, с запахом. Вот так. Ну, сейчас таких уже не бывает, конечно. Сейчас уже более повезло. Даже продвинутые такие бани, передвижные. Вот это супер баня. Цивилизация, что куда деваться. А сейчас мы, значит, переодеваемся и идем мыться. Всем пока, увидимся в бане.